А это что? Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все. Всем доброго времени суток. Вас приветствует Saint Radio. И сейчас, как ни странно, Saint Советник. Потому что, в смысле, как ни странно, потому что, как бы, насчет Killer Instinct. У нас тут самый задрот, это Тимба ТМ. Он, как бы, отвечает за всю эту Killer Instinct тему, потому как он умеет в нее играть. А я вот что-то не очень. Но, смотрю, у меня появилась такая, фиг знает. Ну, сезон второй у меня появился. Я решил его попробовать. Ну, а что париться-то, сразу думаю записать. Пару боев провел, не в онлайне. И, ну так, чисто опробовать, что она из себя представляет. Неплохо, конечно, неплохо это все сделано. Графику подтянули, как и обещали, с 720p до 900. Все стало почище, больше не ребит. Так, нихуя не локал. Так, нам нужна... Ranked матч. Не знаю. Ну, короче, попробую сейчас. Бойцов новых попробую. Тут появилась Майя и боксер. Попробую всеми сейчас пиздюлей отгрести. Новые арены. Три штуки, короче. Арена от Майя. Ну, этой бабы, короче. Потом арена от боксера. И арена от Shadow Jago. Я. Так, я понял. Что-то у нас Тимба ищет постоянно 10. Сейчас тоже попробуем найти. Что-то не ищет. Так, ну что, попробуем 40. Да, что-то какая-то нездоровая херня. Давай ищи мне что-нибудь, ты падла. Ладно. Лобби-модус. Найти. Найти. Какой-то жесткач. Вообще ничего не ищет. Ты давай, не выёжуйся, блядь, ищи давай. Люди ждут, деньги за билеты заплатили, а кино нету. Давай, вперед.
Так, ну если она сейчас и тут как бы не найдет, то... Так, в офлайне покажу, короче. Что за карты, что за бойцы. Вообще, что это такое? Чё-то во второй сезон, походу, никто не играет. Так, ну понятно, короче. Деньги обратно не отдаем, поэтому... Так, поэтому чисто так порубим аркада. Аркада идет. Так, вот так новые типы, короче, выглядят в такой менюшке. Так. Нормально. Так, ну вот, короче, Shadow Jago. Я не знаю, видели вы его или нет. Уже. Возьмем с черными волосами. Нахер нам блондин. А против нас возьмем, наверное, Блацуса. Ретро-костюм. Что так выглядит? Так, вот новые карты. Как бы вот это у меня не было. Это карта, походу, с Shadow Jago. Поэтому начнем с нее. Ну и потом по нарастающей, как бы, боксера и кобылу. Да ты слышишь? Понеслась, блядь. Да он заёб тут, сука. А чё он ту комбата не делает? Иди сюда, сука. Охуенно, блядь. А он попал, естественно. Мощный, блядь. О. Иди ты нахер. Ха. Вообще, блядь. Ну, графон заметно как бы улучшили. Реально, лучше стал. Так, фигура. Так, что у нас тут? Боксер. Так, тут всего лишь два цвета пока, по-моему, открыто. Комбо. Да, два цвета, короче.
Вместо Гладсуса мы, наверное, возьмем какого-нибудь Найт Вулфа с Mortal Kombat. Скай. Так, и новую карту. Вот это боксера карта. Да-да-да, чемп. Да-да-да-да-да-да-да, вообще. Нахер. Нормально он так. Нормально ему так. Но я вам так скажу, у меня здесь комбо такие, что мана дорогая. Все кнопки Edition называются. Вы, наверное, слышите стук по кнопкам. Вот это я, короче, свои комбо делаю. На, сука, Вася, блядь. Так. Красавчик, нига. Не, ну как бы... Если бы играл онлайн, я бы, наверное, сейчас пиздюлей бы отхватил. Или же посложнее поставил бы, тоже отхватил бы, блядь. Так, костюм стандартный. И... Попробуем такую... Скелета, наверное, сейчас бахнем. Fight on. Мрачный город, что-то такое называется. Да-да-да. Блять. Охуел. Ты нахер. А как мне тебя хуйню-то взять обратно, блять? Нахуй, ты чё творишь, блять? Lockout!
Нормально, поймал. Да нихуя себе. Нормально, блядь. Да ты потухни, слышь? Нихуя себе. Ты ушлепок. Так. Ну, в принципе, как бы вот первоначальный взгляд на игрушку, она, если в нее уметь играть, она прикольная. И графу сейчас поправили, и все, все как надо, короче. Так что надо брать, даже не задумываться, и бойцы прикольные. Так что всем спасибо и до скорых встреч.